Тихий. 55. Не забываем подписаться на канал. Лайк. Колокольчик. Приятного просмотра. И всем здоров, братва. Сегодня мы опять у нас, короче, магазин. Я не знаю, сколько я там роликов снял. Роликов. Сегодня вчера, блин. Зона. А, ну, а что показывал? Не помню, показывал ли я вам фиговый болтик, который заказывает не то, что нужно. Короче, вот он. Не помню, показывал вам или нет. Склады. Вот этот товар я пока что не буду закупать. Новый товар вообще. Вот это все, пока не распродастся, я не хочу закупать новый товар. Потому что я понял, типа я не успеваю понять, что быстро раскупают. Чтобы поориентироваться, что быстро раскупили, я специально вот это все делаю. Потому что нужно понять, что именно раскупили. Потому что не слишком уж и понятно, что именно раскупили. У нас по факту появился новый отдел. Вот он. Тут у нас даже есть стройматериалы. Здесь их не берут. Вопрос, почему их не берут? Ну, блин. Ну, же доски. Идеально. Я не знаю, просто я не видел, что их тут брал. А, что можно показать вам? Проект со вторым этажом ушел нафиг. Все, второго этажа больше нет. Я не знаю, они тупили, они хотели подниматься. Я его, короче, убрал. Так. В итоге у нас теперь тут уже лабиринты реально, в которых можно запутаться, если ты не знаешь магазин. Реально, если ты не знаешь магазин, ладно, я это знаю. Но вот у меня некоторые из друзей вот запутывались в моем магазинчике. Хотя реально, вот так выходишь уже все и запутался. Но я-то знаю, где что тут. А, кстати, новый товар, гитары, ПК, ювелирка, телефон, они, может, были. Ну, ювелирки у нас очень много. И это из-за того, что я болтик. Быстрее я говорю. Холодосы, генераторы вроде, это вроде генератор, не помню. Джем. Должен быть джемом, да? На джем. Газировка холодная. Ну что ж, а больше ничего показывать, короче. Да ё-моё, дверь. Все прикольная дверь. Ладно, ребятки, всем спасибо за просмотр, всем удачи. А, нет, стойте, ребятки. Всем удачи не будет. Ну, точнее, всем удачи, да. Только мы еще не закончили записывать. Фургончик. Новый фургон. Оп. Кайфовый. Ладно, ребятки, а вот тут мы уже будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.